скажут, ну вот Сергей ударился в высокие энергии. Нет, я не ударился в высокие энергии, я просто... Итак, приветствую вас, друзья. С вами Сергей Смоляков, специалист по оздоровлению организма. А сегодня затронем такую очень необычную, скажем так, ну, по крайней мере, для меня необычную тему. Это различные тонкие материи. Энергии, каналы, меридианы и так далее. Для адептов йоги, различных духовных практик и так далее. Скажу следующее. Дело в том, что я не являюсь приверженцем теории различных тонких материй. Да? Я сугубо практик. Моя область – это биофизика, биомеханика, биология, работа тела человека. Вот в этом я хорошо разбираюсь. В области тонких материй, каких-то энергий и так далее, я не эксперт, я сразу скажу. Но я часто делал процедуру, делал коррекцию первого шейного позвонка людям, которые занимались этим. И экстрасенсам, и йогам, инструкторам по йоге, и разным другим ребятам, работающими с тонкими телами. И с их слов, с их отзывов, ну, практически все они в один голос отмечали следующее, что когда человеку исправляется первый позвонок, то у него налаживаются потоки вот этих тонких нематериальных видов потоков, так скажем. Вот. То есть со своей стороны я могу это объяснить, да? Я понимаю, что у нас в шее проходит множество каналов, множество нервных каналов, да, в первую очередь там спинной мозг, различные крупные веточки нервов и так далее, да? У нас проходят через шею крупные лимфатические сосуды, которые соединяют голову и тело. У нас проходит через шею крупные кровеносные сосуды, вены и артерии, там, позвоночная, сонная и так далее. То есть много линий коммуникаций. Вот. Естественно, если кость, стоящая в середине шеи, а именно первый позвонок, будет сдвинута, она так или иначе пережмет эти каналы. Соответственно, логично будет предположить, что если этот позвонок, его смещение пережимает как физические какие-то каналы, да, также она может пережимать также и энергетические каналы. Еще раз говорю, я не эксперт в этом, и я не берусь ничего утверждать. Я сейчас не хочу никого обидеть или как-то скажут, ну вот Сергей ударился в высокие энергии. Нет, я не ударился в высокие энергии, я просто рассказываю об отзывах людей, которые этим занимаются. Вот, и отзывы были такие, что наладилась связь с каким-то высшим пространством, наладилась связь с космосом, наладилась потоки энергии, проходящие через шею. Вот. То есть это отмечали вот, ну, 90% тех людей, которые делали процедуру коррекции первого шейного позвонка у меня, да, и они все в один голос отмечали, что их ощущения, их восприятие мира стали более яркими. Им стало легче практиковать свои практики, наверное, так сказать, да, вот, то есть они стали лучше чувствовать, они стали видеть вот эти потоки энергии, которые проходят через шею, и им стало легче добиваться тех целей, которые у них стоят. Поэтому, друзья мои, если это для вас реально, только в этом случае, вот, то если вы занимаетесь какого-либо рода практикой духовной, да, я думаю, неплохо будет удостовериться в том, что ваш позвонок на месте. И неплохо будет исправить его, если он не на месте. Поэтому, друзья мои, я рекомендую всем быть здоровыми, сохранять свою духовную целостность и также физическое здоровье. Приходите, всех примем, со всеми пообщаемся. Ну, как минимум, скажем, надо вам это или нет. А я желаю всем здоровья, до новых встреч!